Hey, yo guys, с вами Шимики, мы продолжаем проводить игру по названию Layers of Fear. Ну что, у нас осталось три части тела, и мы отправляемся. А что, если ничего не выйдет? Не знаю, не знаю. Дорогая, ты мне нужна... Нет, не уходи, не уходи, ты мне надо, подожди. Прошу, не уходи. И, на самом деле, у меня сердце стучалось, когда я к ней бежал, типа, чтобы она не напугала. Но в тот же момент я понимал, что если я хочу в какой-то степени хорошую концовку, мне придется. Не обращай на нее внимания. А, в какой-то степени, да, не обращай на нее внимания, но в той же степени это очень важно для нас. А детские рисунки пошли у нас. Значит, у нас сейчас будет что-то связано с ребенком. А, мать и отец больше не любят друг друга по картинкам. Как... Давайте, снова, да, выход здесь. А, тут теперь. Ага. Дринк. Пьяница. Филиш. Эгоист. Безумец. Он убил лошадь? А, это в тот же типа момент. Он и художник, и он же убийца. Нет, так не пойдет. Давай еще раз. И не смотри так. Что делаем, когда не получается? Пробуем снова. Ты ведь умеешь лучше. Садись. В этот раз мы нарисуем совершенство. То есть он заставлял ребенка рисовать красиво, но она рисовала просто детские рисунки. Вайпинг. Розовая пони. Да, пошло детская тематика. Но выглядит неплохо, слушайте, вот эта глава. Эй, подожди. Какой сегодня день? Воскресенье? Хочешь сказать, что я? Тогда почему ты не пришла и не позвала меня? Черт побери, ты же знаешь, что я с головой ухожу в работу. Пять лет. День рождения. Грустный смайлик. Ну, погнали, ящики. Опа. Дети в браке. Руководитель по семейной жизни. Ожидайте неожиданностей. Повседневная магия родителей жизни. Новая книга Молли Пирс. Обязательно к прочтению тем, кто ожидает первенца. И хочет создать счастливую и здоровую обстановку в семье. Закажите сейчас и получите в подарок сборник мотивационных кассет. Сил хватит. Часть первую и вторую. Это типа его жена беременная. Ага. Ясно. Я не увидела, что там было. Грибы какие-то. В тот же момент не могу и обратно вернуться, я понимаю? Нет, не понимаю.
ничего нету. Я понял. Смотрю на обувь. Боже милостивый, ты что, скупила полунивермага? Дорогая, ты же еще даже не знаешь, кто родится. Мальчик или девочка. Так, на меня уже куклы охотятся, я смотрю. И это не очень хорошо для меня. О, все, смотрите, прикол какой. Вся мебель нарисованная стала. Кроме люстры. Понимаю. Мне пришлось убрать из ее комнаты почти все кукол. Дошло до нелепого. Нельзя забрасывать ее подарками каждый раз, как чувствуешь вину. За что бы ты ее не чувствовал? Ей нужен отец, а не бесполезное развлечение. Ну, почерк какой-то стал кривой. Но изображение дома, который горит. Ну, типа, счастливый домик, да? Ну, солнышко ярко светит. Паршивые мыши, яркие пятна крови, волос не мой, где ножницы? Так, ладненько. Там сердце бьется. Но я надеюсь, я ничего не сломаю, я туда пойду. Ты снова победила. Иногда я думаю, что не стоит даже начинать. Хорошо, что мы не делаем ставок. Что? Что смешного? То есть он с дочуркой играл? Но сердце все равно разбито. Нам предлагают либо туда, либо туда. Любовь моя, ты меня слышишь? Ладно, первая встреча. Скитание мастера, получено достижение. Так, подожди, тут ничего нету? То я так посмотрел и убежал. Ну, видите, элемент я пропустил, то есть вот этот. Может быть, я тогда тоже такой шум просто слышал. Я вижу, что с тобой происходит. О, теперь глазик. Ну
Ну ладно. Болтаюсь за глаза. Как вы видите, по-любому второй раз придется забег делать. Но так как мы уже все знаем, мы просто будем пробегать. Быстро и фастом. Спидранчик, так сказать, мы сделаем. Но на этот раз мы, типа, не будем бегать туда, куда мы бегали до этого. Солнышко. Мелкие игрушки. Все обрисовано. Бля, снова кукла эта появилась. Видимо. Выглядит прикольно. Красиво. Бля, ну в игре на самом деле много таких прикольных моментов. И то есть за эту игру можно даже похвалить. Так, а могу я? Да. Но ожидаемо. Ой, подожди, тут тоже есть. О, а если я уже что-то упустил? Ага. Ага. Могу и двигаться. И что, я ничего не получил за испуг? Походу нет. Куклам я хуй подай. Сука. Ебанский. О, домик. Я понимаю, что мне про... Японские куклы. Обернись и посмотри. Ху-ху-ху-ху. Стоп, дверь пропала. Картина все еще течет, значит. А, шарик. Либо в окно посмотреть. Нам обращать внимание на вот этот предмет.
где я сейчас? А, стоп. Понял. Короче, мне нужно идти прямо. Если бы эти куклы на меня бы еще нападали, вот это было бы пиздец. А то, что сейчас, ну это ну, не такой пиздец, как ожидается. Вот тоже, да, вот момент. То есть здесь как бы стена, но проход там. Ну, короче, ясно. Фиг, я туда дойду. Так, походу мы теперь находимся в кукольном домике. Нихера себе кукла. Преобразилась как. Я в текстуры упал, я уже подумал. Я еще и дверь умудрился успеть открыть. Так, и... Ага. Туда, либо сюда. А, тут воспоминания. Ай, что это за дрянь? Ой, прости меня, принцесса. Нет, 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 не плачь. Мы купим тебе новую. Или даже лучше, папочка купит тебе еще одну куклу. Так что у твоих кукол скоро появится новая подружка. Ну, знаете, в основном, когда старые игрушки, они намного ближе, чем новые какие-то. И на самом деле это даже у меня так. Для меня старые игрушки важнее, чем новые. То, что я к ним что-то чувствую. Что-то искреннее, что-то... Что-то близкое. Прошлой ночью мне приснился прекрасный сон. Что он пришел ко мне и обнял меня. И любил, как прежде. Но каждый из нас знает, что все это время, пока мне снились эти глупые сны, на самом деле он жаждал тебя. Просто кукла калякает-малякает. Что-то черное. Какой-то монстр. Но основным монстром девочка, наверное, представляет отца. Пойдемте дальше. К сожалению, сорян. Типа, у меня есть вариант, куда идти. Ну и также стрелочка мне показывает сюда.
Детская. Пушистые притворщики дразнят меня. Лежат, не шевелятся среди игрушек. Запрещаю все игрушки. А, то есть он даже так сделал. Он все запретил. Что-то игрушка сломалась как-то. Там что-то открывать. Нифига, я мог оттуда до сюда достать. Нежданчик. Мне вот это интересно, что будет, если я открою. Да ё-моё. Ну ладно. Не знаю, мне всегда нравились музыкальные шкатулки. А, все-таки мать стала инвалидом, и у нее еще ошпарено лицо. А девочка стала ненавидеть своего отца. Тише, детка, ночь холодна. Звезды гаснут над тобой, скоро все здесь станет мною, тобою. Мама желала хорошего сна. Но теперь и она ушла. Стремный клоун. Хоть картина преобразилась, она почти никак не изменилась. О, найс. Так, пойди здесь, я должен найти. А, стоит. Это была особая кисть. Похожая на конский волос, но другая. В тот момент я засомневался. Сработает ли? Ну нахер, полдела сделано. Да и вряд ли у меня есть путь назад. Интересно, чьи это волосы? Его дочки? Блин, вы знаете, сейчас я за шкатулку заговорил. Я просто помню, когда я был маленький, у меня была шкатулочка с там такая вот цветы внутри. И там такая грустная мелодия. Вот, знаете, я чувствительный. Ну, типа, неранимо чувствительный, не знаю. Типа, я слушал, и меня так... Как такая сильная, знаете, грусть была. При прослушивании песни. Воспоминания.
Так, подожди, пока сначала ящики открыть. Закрыто. Так, ну это выход, это ясно дело. А, сейчас будем серию все-таки заканчивать. Теперь здесь все куклами обклеено. Так, давайте посмотрим, что тут у нас новенькое, пока я не начал. Но он, походу, очень сильно боялся этих крыс. Но это что-то отдаленно похоже на человека. Ладненько, на этом мы с вами заканчиваем. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.